Всем привет, дорогие друзья, с вами Драген, и сегодня у нас обзор обновления русской деревни. Да, ребят, я про эту игру до сих пор не забыл, и совсем недавно, в общем-то, увидел то, что есть, ну, появилось новое обновление, и, в общем-то, что сегодня я вам расскажу и покажу, это то, что обновили. И да, кстати, нас встречает опять с нашей музыкой Сан Саныч. Вот. Что же, ребят, обновили? Увеличили работу, ну, зарплату. То есть мы теперь больше можем за выполненную работу получать денег. Добавили ВАЗ-2110. Две новые работы. Это почта и курятник. На самом деле, хрен знает, как это вообще работает. Ну, новое окружение. Вот, например, вот этот... дом. Вот там, кстати, что-то еще, ребят. Этой поляны не было. Вот, так, кстати, ребят, кто хочет вообще, чтобы я начинал снимать, как бы, что-то там, прохождение, то пишите в комментариях. Ну, вернее, давайте лучше просто наберем... О, соберите яйца. Просто давайте наберем каких... Так, курицу можно выкинуть? Спасибо. Каких-то там, не знаю, 50 лайков. Потому что вам, по сути, должно зайти. Корзина. А, ну, кстати, нормально. Также, ребята, добавили там цыганина какого-то. Курицы мешаются, на самом деле. Так. Ну и, кстати, также я жду, когда мне выдадут взломанную версию. Ну, не взломанную, а где есть деньги. И тогда мы просто насладимся всем тем, что есть в игре. Особенно мне интересно это дома и машины. Прям очень интересно. Их вождение, изменения в характеристике. А самое еще главное, то, что интересно, будет, типа, старая машина сохранится или же нет. Так, последнее яйцо. И сколько нам заплатят, интересно? Не понял. Почему-то не ложится. Это очень странно. А, вот. 60 рублей. То есть 110. Ну, я бы не сказал, на самом деле, что много, но... Окей. Ой. Так, теперь давайте... Вот, кстати, цыганин. Давайте посмотрим на новую машину. Так, шестерка была, которая 20 тысяч стоит. Восьмерка, вот десятка, к сожалению, мы посмотреть все-таки можем. Ну, слушайте, она, кстати, красивая. Вот я там салончик что-то там увидел. Ну, слушайте, красивый все-таки. Надо будет заценить эти машины. Тем более я этого никогда не делал. Так, что дают нам цыгане? В описании, кстати, про обновление пишется то, что типа подкова, понял. Типа за... Ну, когда интернет будет. Так, у той деревни я на самом деле не помню, по-моему. Она была или не была, ребят? Честно, не помню. Так, нам нужно найти теперь работу этого... почтового пенсионера. Езжу как прям отлично. Возможно, она где-то тут... И сам... Так. Только вот интересно, где она сейчас находится. Ну, новые дома, кстати, намного лучше старых. Тут у нас... А, во! Варламовка. В селе Варламовка находится почта. Так, и чё? Ага, мы даже туда... Вот это красота! Теперь мы можем заходить в дома. Жаль, не во все. Так. Разнесите посылки. А где их взять? Типа вот эта посылочка? Нет, это не... А. Посылка. Ну типа вот это... Вот это посылки, логично же? Это очень... Я не понимаю, ребят, так какие посылки-то ему? Это вообще мужик, баба...
А, она выдает, и нам дай. Нам нужно. Понял. А типа куда? А как я узнаю? Это. Вам посылка тут не надо? Алло. А. Ты. А, все понял. То есть типа абсолютно любому можно доставить посылку, например, вот ей пришло. Чё? А нет, чё так? А, так не работает они. Посылка доставлена 7. Итак, баба Аня, вам тоже пришло тут посылочка ваша. Я понял, почему такое, ну, так мало времени теперь. Угу. 100 рублей. Неплохо. Так, что-то там. Вот, кстати, это яблоки или что? А, реально. Ну, чё, ребят? Будем тырить яблоки, да? Меня за это не убьют? Яблоко убийца. Так, еще какие-то новые объекты. Ну, в принципе, ни хрена нету. Изменилась, интересно, бутылка. Бутылка спирта. Я ни хрена не вижу. Ой, а чё произошло? Так, это дом. В принципе, вроде. Блин, можно? А, во! Это что, клад? Ни хрена себе. Это кладбище. Тут, то есть, раз. Не, ну, ребят, круто. Тут кого-то хоронить, типа, пытаются. Имен, к сожалению, нету. Не, ну слушайте, это реально круто. Ребят, это просто лайк. Тут нет, нигде не нельзя работать, да? Типа там. Не, ну мне очень понравилось, кстати. Конечно, немного не оптимизировано, но. Да. Ребят, давайте я сейчас еще поищу, что обновили, и потом уже включусь, чтобы как бы видео не На самом деле растягивались. далеко ехать не пришлось. И, кстати, посмотрите, просто задница какая у меня стала на копейке, очень смешная. Тут добавили плот. Кстати, было бы прикольно, если бы сделали кого? Я уж подумал, мы по дну будем ходить. Если бы сделали рыбалочку. Вот я думаю, на рыбалке бы прикольно можно было поработать. В общем-то, давайте я сейчас сгоняю по всем селам. Извиняюсь. Я спешу. И мы уже продолжим. А если не найду, то тогда, получается, на этом будет все. В общем-то, ребят, нашел еще две работы в Калитино. И, честно говоря, даже не помню, были ли они раньше. По-моему, не было, потому что я увидел. Но, возможно, я ошибаюсь, напишите в комментариях. И тут, кстати, нам убрать нужно сорняки. Сейчас будет интересно, сколько за них дадут деньги. Ну, типа, сейчас первую 1000 можно заработать ли, за посылки. Вот прям на изи. Но 50 рублей также. Хорошо. Вот этого я тоже не помню. Проведите, начать зарядку. Приседания, ребят, приседаем, 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 приседаем. А теперь, ребят, велосипедик. Давайте. Молодцы. Попрыгаем. Молодцы. Поотжимаемся. И раз, и два. И нам дали 80 рублей. Это очень много. Кстати, тут коровки что-то делают. Пасемся, да, скотинка моя? В общем-то, ребят, я думаю, на этом все. Обновление топовое. Если хотите, чтобы я что-то снял еще, работы там какие-то, да, то обязательно ставьте лайки. Ну а на этом, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделал.
Ну и пишите крутые комментарии, я их всегда лайкаю. Ну а на этом все. Всем удачи и всем пока-пока.